С 3 ноября те, кто желает зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть компанию или реорганизовать юридическое лицо, должны обращаться не в налоговую, как раньше, а в многофункциональный центр города-курорта Анапы. Это связано с постепенным переходом государственных структур на электронный документооборот, развитием сайта государственных услуг и электронного правительства. Теперь эти все пакеты документов идут через многофункциональный анапский центр. Вот, то есть это вновь создаваемые индивидуальные, ну, допустим, ИП, да, это опять же внесение изменений в виды деятельности, допустим, которые осуществляют эти индивидуальные предприниматели, первоначальная постановка юридических лиц на налоговый учет, внесение изменений в учредительные документы юридических лиц, а также ликвидация потом индивидуальных предпринимателей, либо юридических лиц, вот, все это теперь будет проходить через Анапский многофункциональный центр. Проходит это следующим образом. Также приходит заявитель, подает необходимый пакет документов, вот, заверенный, скажем так, у нотариуса. Затем это все здесь принимается. Опять же, человеку выдается на руки расписка в приеме документов. И посылается это все ценное, с объявленной ценностью почтовым отправлением в инспекцию Федеральной налоговой службы номер 16 города Краснодара, расположенной по адресу улица Коммунаров, 235. Там уходит у них 5 рабочих дней на оформление этих документов, и затем также почтой, ценным, с объявленной ценностью, письмами отправляется это все к нам в наш адрес обратно для выдачи именно заявителям. Вот таким образом сейчас проходит полностью взаимодействие, так сказать, по этим вопросам.